Ленина я встретил впервые в 1905 году, незадолго до декабрьского вооруженного восстания в Финляндии в городе Тамерфорте, где собралась конференция большевиков. Ленин действительно производил впечатление тогда на всех нас, человека, который умеет покорять ум и сердце каждого честного революционера, который с ним сталкивается. Его непримиримое отношение к врагам революции, как и примиренцам, передавал всем нам